В назначенный час под красной звездой. Гости губернаторской елки со всех районов Нижегородской области собираются в отремонтированном концертном зале «Юпитер». Сказка начинается с порога. Спрашивают, настоящие ли мы не можем никак по-другому не ответить, как «да, настоящие». Можно подойти к Дедушке Морозу, загадать желание, сфотографироваться, ведь все для детей. На праздник пригласили подопечных социально-реабилитационных центров, сирот, детей, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. Этим зрителям особенно важно поверить в чудо. Каждый год придумаю что-то новое, и всегда очень интересно. Всегда новая программа, очень интересные ведущие. И впечатление, наверное, вот даже сейчас в предвкушении какого-то праздника. Настроение очень такое веселое, оптимистичное. Все счастливые, зима, снег. Только сейчас почему-то снега нету. Какая-то несправедливость. Да. На губернаторскую елку пригласили 1400 детей. Олеся Рожкова из Шатковского района тут в первый раз. Глаза светятся. Что ждешь? Что-нибудь интересного. Ну, может, вы обсуждали с ребятами, что тут будет? Кто должен быть тут? Может, тут читали об этой постановке? Да, нам говорили. Здесь будет губернатор. И не соврали. Губернатор водит хоровод вместе с детьми и главным зимним волшебником. Дед Мороз и Снегурочка поднимаются на сцену и дают слово губернатору. Он поздравляет гостей. Все из них отличились за этот год в учебе, спорте и творчестве. Вы все знаете, что жизнь, она бывает где-то когда-то несправедливой, когда-то жесткой. Но в общем и целом, конечно, добра вокруг гораздо больше. То, чтобы жить окруженными светом, окруженными помощью и заботой, нужно творить добро самим. Ребят, помните об этом обязательно. Помните о том, что это добро, оно может вернуться к вам через 10, через 20 лет, но обязательно вернется. И это основная мысль новогоднего спектакля от театра драмы «Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза». Губернаторская елка – это подарки и яркие воспоминания на ближайший год. Я жду, когда мое желание исполнится, я жду, когда будет хорошее настроение. А как насчет погоды? Погоды я тоже очень их жду. И мы ждем. Александра Шоломцева, Вячеслав Орлов. Время новостей.